Как известно, по причине распространения коронавирусной инфекции пожилым людям рекомендовано оставаться дома и даже избегать походов в магазины. Славянцам в возрасте советуют самоизолироваться, так как они попадают в группу риска. Приобретать продукты пенсионерам в Славянском районе помогают волонтеры. При районном управлении по делам молодежи создан оперативный штаб проекта «Мы вместе». Добровольцы работают и в городе, и в сельских поселениях. Сотрудники молодежки принимают заявки с горячей линии регионального штаба, распределяют их среди добровольцев, которые стараются оперативно их исполнять. Все волонтеры прошли обучение, получили сертификаты, дающие право осуществлять эту деятельность. Они обеспечиваются защитой, масками и перчатками, дезинфицирующими средствами. Волонтеры понимают, что их помощь очень важна для пожилых людей, нуждающихся в продуктах питания. Действительно, очень важно соблюсти карантин и помочь пожилым людям не выходить из их домов. Поэтому мы и работаем. Развозим продукты пожилым людям. Я рад возможности помочь людям, которые находятся в изоляции. Пожилые славянцы благодарны волонтерам за помощь, которую они оказывают им во время карантина. Спасибо большое за то, что привезли продукты, не забыли меня. Большое вам спасибо. Я живу один, 80 лет. Если вам нужна помощь волонтеров, звоните на горячую линию по телефону 8 800 234 11. На Кубани по приказу Краевого министерства труда и социального развития работает горячая линия поддержки. Сотрудники Краевого методического центра отвечают на звонки жителей и отправляют заявки в отделение социального обслуживания населения в муниципалитетах. Телефон горячей линии для помощи пожилым и маломобильным гражданам 8 800 274 37.